День, друзья, так как находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Сегодня к вашему вниманию представляю МТЗ-80 91 года выпуска. Данный трактор — это безоткатная лошадка. На любом управлении стоит дозатор. Никогда в своей работе ни владельца не подводил. Всегда работал исправно, без каких-либо нареканий. Износ резины по кругу на остатках процентов 10. Как сказать, на лакокрасочное покрытие внимания не обращаем, на скорость не влияет. Самый главный функционал трактор свой выполняет. Так что, кого заинтересовал данный МТЗ 80-91 года выпуска, звоните, пишите. Дадим более подробную информацию, также поможем с приобретением. Всем удачи и добра.